Приветствую, друзья. Вот принцип обучения на основе повторения привел к тупику, потому что формирует старательность в исполнительности и шаблонное мышление. Отсюда и потребность руководителей подчинения авторитетам. Для работы в условиях неопределенности, вот именно в современных условиях, требуется и дополнительный принцип, принцип подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия, снимающий стресс и развивающий поисковую активность мозга и творческое изобретательское мышление. Этот дополнительный принцип сегодня очень актуален. И именно в интернете формирует навыки управления своим состоянием и поэтому снимает стресс и повышает эффективность любого обучения, тренировки и оздоровления. Поэтому наша школа «Человек будущего», школа человечности, для сокращения кризисов и войн на планете, потребности в лекарствах, которые возникают из-за первого принципа повторения мать учения, без предложенного нами дополнительного принципа. Вот так, друзья.